Россия. Блять, выкачали все озеро, пиздец. Если здесь так проскочить, то в принципе можно. Но можно и туда улететь нахуй. Фух. Ехать нет. Пиздец, озеро выкачали. Оно же полное было. Это палатку ставил, спал там и бухал ночью. А вы не местные? Нет. Тоже, да, как и мы. Ну я здесь уже был раза три, наверное. Уже были, да? Шлагбаума не было, я так прямо проезжал. А сейчас что-то я боюсь тут заскочить, может, полечу туда нахер. А вы не подскажете нам туда, там мы что-нибудь увидим, да, красивое? Ну да. Там вот... Пещерный город, да? Вот так идете, вот дойдете до туда, потом идете вдоль обрыва, вот так вот туда, дальше, дальше, дальше. Ага. И там прямо спуститесь, видите, вот... А, ну вот, все. Комнаты, вот, которые вырублены в скале, там все такое. А потом сюда, да, нам надо река? И потом вот так по кругу идете вдоль, вот... Ну, то есть сперва идете до туда, до конца. И вдоль обрыва, обрыва, потом вот так, 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 так. И потом по этому обрыву обратно возвращаетесь. Ага, все. Ну, можете там походить, там крепостные стены, там тоже такие, как бы, вырубленные в скале комнаты. Ага, типа... а сюда спускаться? А вот тут тропинка. Не-не-не, я имею в виду, там можно что посмотреть тоже, да? Я в данном мотоцикле проезжал, вот там, насквозь скалу, прямо на тот, ну, ту сторону скалы проезд есть. То есть, можно туда сходить, там тоже видно, как бы, снизу все эти вырубленные в скале комнаты и так далее. То есть, тут вы сверху посмотрите, а там снизу. Все, понял. Ну, все. Там тоже интересно, в принципе. Спасибо большое. Хорошего вам отдыха. И вам. Ладно, не буду подниматься. Пешком. Уже. Ты не будешь, что там. Тут я был уже, в принципе. Ну так, чисто сползать. Прикольно же. Сходим пешочком, хер с ним. Прогуляемся. Изумрудная вода прямо. Я тоже как местный меня спрашивают, я на эту свежую, как да что там. Хотя можно спокойно было заехать. Ну ладно, хуй. Будем выебываться. Тут водится рыба белый амур. Мужики ловили. В прошлый раз, когда спал я тут,
рассказывали, короче. Сейчас, наверное, там залупа белая водится. Почти нихуя. Ибо воды-то почти нету. Выкатили нахуй уже все. Клименту святому, видать, который монастырь организовал тут. Это крепость Каламита. Инкермания. В смысле башни крепости Каламита. А там остатки крепостной стены. Ров там, да что? А там внизу свято... монастырь святого Климента какого-то, блядь. Ну, мы там сегодня ходили уже. Монастырь святого Климента. Какой-то орнамент еще что-то написано там. Вот. Украинская ССР, памятник археологии, охраняется государством, повреждение закрывается законом. Блять, строили же люди когда-то такую красоту. Чуваки такие. Кто едет? Стой! Пропуск давай! Все, не давали, значит, все. Подпишусь там. Монастырь, ну, который вот в стену-то вделан, вмонтирован, скажем так. Вот остатки крепостной стены. И тут... Тут когда раскопки были, я видел в Ютубе нынче. И нашли вот тут остатки древних строений, домов там или чего. А еще где тут нашли могилы каких-то древних, ну, жителей там, которые здесь жили давно-давно. Вот.
Ну давайте сделаем полную экскурсию. Что никто делает, да, если пока не сядет Гоха, короче. Будем идти и снимать. Вот там остатки крепостной стены. И остатки башен, короче. Ну, крепость была достаточно неприступная. Я думаю. Не знаю, захватывали кто-нибудь или нет. Ну, все крепости берутся из мором, в принципе. Нет неприступных крепостей. Либо по откупам. Пообещаю там что-нибудь. Мир, дружба, жвачка. А, сами потом кинут. Ну, там спуск туда. Сходить, что ли? Давайте сходим. Там не спуск, как бы там типа комната такая. И такой есть вид в окошко. Вот туда вот вниз прямо. Видите? Лепота какая. Как-то хотел сюда взять с собой бухла, спальник, хуяльник, побухнуть и тут посидеть, ночку провести. Я потом думаю, ну что вот смотреть на эту хуйню. Если бы там вид был море какой-нибудь, базара нет. Но там еще есть какой-то катакомбы, это не одна же. Не катакомбы, как они называются, вырубленные в комнаты, кельи. Монашеские или чей-нибудь, блин. Каламита. Вот он все дробят, дробилка, куюка. Зелье делают строительные. И некрасиво здесь живет. Ну как красиво, но там некрасиво. Вот еще спуск прямо туда. В катакомбы. Ну не в катакомбы, как они знают. Келью, келью типа. Монаш. Тут можно было бы потусоваться ночью, ну, во-первых, одному скучно. А потом, ну, посидел-то час, чё? Потом будет все скучно. Так, ёбнется, развалится и пиздец будет. Хороший бар. Молодец. Долбили, чем долбили, наверное. Бронзовыми орудиями, что-то чем долбили. Стальными. Круто здесь прям вообще не было. Вид такой эпичный. Сюда скататься на каменоломне. Опять, ну что, индустриальный пейзаж, да? Обычно. Какие-нибудь хуйни там. Ну, посмотрим, что. Может, не сегодня, завтра мы успеем. План мероприятия у нас свободный же, да, хотим.
Бухаем, хотим, не бухаем, хотим на пляже лежим, хотим, катаемся где-нибудь, хотим, не катаемся. Правда, бюджет у нас очень скромный. Ну и хули нам. Ну и что нам? Лишь бы нам было на что доехать до дому. А остальное похую. Жрём мы скромно, пару помидорок, булку хлеба и кусок колбасы, нам маленький такой, небольшой. А в день недостаточно нам этого всего. Ну что дальше, и там вон каменоломные, какие-то каменные глыбы сделаны. А вот старинная часть всего. Крепостной стены, вал, этот, вал тут или что был, блядь. Там где-то есть развалины. Кладбище старинного, такие прямо, плиты лежат с крестами такие. Кто там вот похоронен? Турки, я слышал, тут захватили когда? Как бы кладбище православное, вот это монастыря. Просто, ну, они же как бы басурмане. Взяли как бы, ну, сломали, ну, уронили просто. Ну, также и русские воины, допустим, захватили, как Среднеазиатской республики, современной там. Узбекистан, хуян, там все такое. Да возьмите недавно совершенно свежую историю Российской империи. Когда были кавказские войны, захватывали Чечню, блядь. Кавказ, короче. Зайдут в мечеть с конями, там кони насрут, блядь. Все поганят, как бы, да, и уйдут. Вообще нормально было. Христиане поганили святыни мусульман. А мусульмане наоборот, поэтому это нормальное явление, как говорится. К Клименту. Они считают, их бог круче, мы наш бог круче. Выдуманные причем это все персонажи, скажем так. И люди за них гибнут. Вообще бред, короче, полный. Вот придумайте себе какого-нибудь героя там, а там, допустим, хоть. Блять, кого там, блядь. Ну вот, придумали макаронного монстра, да? А кто-нибудь придумал там картофельно-пюрешного монстра, блядь, допустим. И вот вы будете воевать, у кого. Монстр картофельный, а у кого-то макаронни, допустим. И убивают друг друга там. Воины будут у вас там религиозные, блядь. И пиздец там. Смешно? Это не смешно, это просто пиздец, как бы, да, по большому счету. Охуеть, там очень близко к обрыву, просто не пойду нахуй. Без парашюта страшно? Вот оно, кладбище. Плиты лежат такие, видите, с крестами. Пришли. Вот сколько лет они тут уже лежат. И кто здесь похоронен? Вот они, видите. Такие. И их много тут. Вот это все. Вот это все. Вот это все кресты, видите, высечены в камне. Могильные плиты. Такие, кается. Вот все это. Могильные плиты монастыря. Кузнечик козел. Пулеметчику Дмитрию Геройски, погибшему 42 года, прикрывает ход раненых женщин и детей. Но могила современная. А вот это прямо как будто это. Осколками посечено. Непонятно. Медведев, бортмеханик, погиб на славном посту.
37 году, а какие тут боевые войны тут были? Ну, боевые действия в те времена. Может, кто-то привезено этот памятник, непонятно. Надо погуглить, кстати. Google знает все. Вот. Тут, кстати, есть лошадиные прогулки, и вот следы этих лошадиных прогулок. Экскременты конские. Вот все плиты с крестами. Сколько им веков, еще непонятно. Вот все в крестах, могильные плиты. Туда что-то написано. Курьянов, 1922 год. Покойся прах, здесь покоится прах. Божья воля. Курьянов. Погиб в 1954 году, в 1922 году июля месяца. Мир праху, да, рогая мама. О, офигеть. Так старинный крест такой. И маме, мама что-то похоронена тут. 1922. Нет, мой, извините. Не специально. Зачитался как бы и это. Вот что плиты старинные. На питбайке гонять. Вот надо на питбайке на каком-нибудь там ехать. А я тут тяжело все-таки. Не тот. Не то пальто, скажем так. Не то пальто. Ну вот, в принципе, экскурсия по крепости Коломита. Вот мы ее по кругу все пошли. От катакомбы, от кладбища сюда главное. Монастырская. Там кельи вот тут вот внизу. Тоже. Ну не кельи там, а квартиры вырублены скорее. Едем дальше. Бухать в любимовку.